В России умер генерал-полковник Геннадий Житко, который в 2022 году непродолжительное время командовал российскими войсками в Украине. Смерть, как сообщили официальные органы, наступила в результате продолжительной болезни. Как мне рассказали, Житко болел раком. До войны он делал хорошую карьеру, успел побыть командующим армией, замначальника генштаба и замминистра обороны. Получил от Путина звезду Героя России, вероятно, за службу в Сирии. Летом 2022 года, когда российская армия терпела одно поражение за другим, Кремль лихорадочно тасовал командующих и на пару месяцев назначил Житко. При нем российские войска отступали из-под Харькова и готовились сдать Херсон. Позднее Житко сменил генерал Суровикин. Суровикин, к слову, уже два месяца как пропал после мятежа Пригожина, а Житко умер. Вот такая судьба у российских командующих в Украине.